далеко не первую смену. Так, дети, здравствуйте. В общем, лагерь у нас замечательный, но с дисциплиной строго. Как в тюрьме. Существует строгий распорядок дня. Как в тюрьме. За территорию выходить нельзя. Как в тюрьме. А по выходным к вам приезжают ваши родители. Они мне больше не родители. И привозят вам передачки. Как в тюрьме. А каждое утро мы делаем зарядку, которая придает нам сил и энергии на целый день. Вот видишь, я сегодня пропустил. Дети, давайте знакомиться. Привет, я Артём, и мне здесь очень нравится. Что с тобой не так, парень? Я здесь первый раз, но мне очень-очень нравится. Ну, понятно, новенький. Ребята, а за всю радость и веселье давайте скажем спасибо нашему директору. Спасибо! Пожалуйста, новенький в кабинет.